США продолжат поддержку Грузии. Так, в Тбилиси оценивают визит влиятельных американских сенаторов Джона Маккейна, Джозефа Либермана и Линдси Грэма. Они прибыли в страну накануне, уже провели встречи с представителями грузинской оппозиции, правительства и с президентом Михаилом Саакашвили. Особое внимание на встречах было уделено предстоящим парламентским выборам. Сенаторы, в частности, заявили, что хотят видеть свободные и справедливые выборы, итоги которых признают и проигравшие. Республиканец Джон Маккейн затронул и тему грузино-российских отношений. Он выразил обеспокоенность в связи с проведением военных учений «Кавказ-2012». В программе визита, кроме Тбилиси, также черноморский курорт Батуми и высокогорный регион Сванец. Для Грузии это очень важный визит, и время, которое сенаторы выбрали для визита в Грузию, тоже очень важно для нашей страны. Сенаторы Маккейн, Грэм и Либерман являются очень активными сторонниками и друзьями Грузии в борьбе за нашу свободу, за демократию Грузии.